Я хочу вам показать, друзья, тем, кто волновался за мой заплесневелый угол. Вот смотрите, я его помыла. Вот он. Он просто неузнаваемый теперь. Вымыла без проблем. Но только, правда, вот наверху... Наверху, к сожалению, нет. Потому что это надо лестницу большую. Но сделаю еще. Вы знаете, на удивление, очень легко это смылось. У меня вся плесень. Я переставила свой шкаф отсюда. И вообще, те, кто помнит мою эту комнату большую, sitting room, то, наверное, почувствовал разницу, да? Я переставила шкаф сюда. Это внутреннее. Сейчас покажу вам с этой стороны. Вот так теперь у меня выглядит эта противоположная сторона с окна. Здесь у меня все чисто. Помните, балку я вам показывала, которая прогнулась у меня над кроватью? Кровать я перенесла, теперь я уже не использую квартирантов, не пускаю квартирантов, поэтому решила сделать себе sitting room нормальную и решила сделать себе нормальную спальню. Вот так вот сегодня она у меня выглядит. Здесь все осталось по-прежнему. Показываю тем, кто интересуется моими последними новостями. Кстати, вот нашла, перебирала тут в своих шкафах и нашла свое платье. Платье свадебное. Свадебное платье. Да, я его достала отвесить, надо постирать. Но вообще-то оно одевано один раз всего. Теперь уже мне его некуда одевать. Оно, конечно, специальное такое, видите, вечернее, или как оно там называется, коктейль, дресс, да. Коктейлей здесь уже не предвидится, наверное. Вот, что еще хочу вам показать, друзья. Ну, то, что я хочу, конечно же, поменять вот этот вот палас, я вам рассказывала, видите, как он здесь у меня загрязнился ужасно. Я пыталась его сама помыть, и наделала еще хуже, потому что теперь он у меня. Вот видите, от этих моющих средств он весь разлезся. Поэтому пока не знаю. А потом вот эти вот мне не нравятся. У меня соплями все эти провода. Как тут их спрятать, что-то даже не представляю. Ну, пока так временно все, так как все равно я буду палас менять. Ну, видите, какая страсть. Чистить я его уже не буду, конечно. Он не во всех местах такой грязный, но вот как раз там, где стоял диван у меня 4 года, там все и загрязнилось. И еще хочу вам показать, что случилось. Посмотрите. Посмотрите, что у меня произошло с моей шторой. Это вот моя любимая штора. Я ее купила не так давно, по-моему, год назад. Очень она мне нравилась. Выбирала долго, и представляете, я ее повесила вот сюда вот, на вот этот вот светильник, наверх забросила, вот, включила вечером, сижу, занимаюсь своими видео, и вдруг слышу, что-то запахло, запахло, запахло жареным, а я думаю, да у меня все вроде на плите выключено. Откуда пахнет? Наверное, у соседки. Короче, сидела-сидела, пока уже совсем не задымилась. Боже мой, поднимаю голову. А у меня, представляете, вот так вот прогорела штора от моего светильника. И чего я ее забросила на светильник, вообще не понимаю. Ну, теперь вот еще одна проблема. Надо, конечно, все это менять. Не одно, так другое, но постепенно буду заниматься, постепенно, постепенно. Вот это вот очень красивая металлическая арт-декор называется. Меня спрашивал кто-то, а что это такое и из чего она сделана. Это металл, видите, по-моему, сейчас очень модно. Ну вот, я пока, конечно,
говорю, что все это я сделала так по-быстрому. Она у меня даже и висит-то неправильно, просто повесила на тот гвоздь, который был. Вот такие вот новости. Сушу я сейчас уже вот этим вот таким вот обогревателем с этим, с вентилятором. Очень все хорошо и быстро сушится. А здесь, конечно, сейчас у меня эта комната будет каждый день освещена солнцем, поэтому уже больше такого безобразия, конечно же, не будет. Вот, надо будет забраться, конечно, еще туда. Некрасиво осталось там. Смотрите, как быстро возводят этот дом. Летом здесь еще только экскаватор разравнивал эту площадку. И я показывала вам немного, как они строят. Они же вообще фундамент здесь не делают. Они закапываются буквально на 50 сантиметров и все. И потом вы видите стенка в один кирпич. И дальше немножко расстояние, которое кладут утеплитель. И дальше деревянная еще одна стенка, которая вот таким вот блестящим утепляется материалом. Вот видите, как строится. Обратите внимание. В один кирпич, без фундамента. И дальше на деревянную основу кладут блестящую такую пленку. Показываю второй этаж, как возводится. Видите, вот тоже деревянный каркас такой между двумя комнатами. И там утеплитель стекловатый. Может быть, конечно, на английскую погоду и потянет вот такой домик карточный. Но у нас в России делать нечего в таком доме. И вот полностью построенный, он будет выглядеть вот так. Кому интересно, есть e-mail, номер телефона. Можно узнавать стоимость квартир. Они уже продаются. Лучше всего, конечно, здесь вот таким вот паром. Эти старики, не могу снять, я вам их, понимаете, в лицо, вы же понимаете. Но им, судя по всему, уже за 80 лет, и ему, и ей. И вот они так гуляют здесь, тихо, спокойно, свежий воздух. Наверное, еще и живут в хорошем доме. Вы знаете, мы вот тоже тут недавно разговаривали с моей знакомой, и она мне рассказала то, что я, в общем-то, не знала. То, что, вы знаете, лучше всего, оказывается, в Англии пенсионеры живут. Те, которые вышли на пенсию давно уже. Те, которые вот сейчас где-то 80 лет. Тогда они смогли себе хорошие получить пенсии. И тогда было намного лучше. И жизнь, и государство, наверное, как-то намного лучше отношение имело к пенсионерам, к их накоплениям. Потому что, как мне сообщили, что эти пенсионеры все старенькие, они живут великолепно. А вот уже новое поколение пенсионеров уже так жить не может. Показываю вам еще один огромный дом на берегу пролива. Посмотрите, как красиво он смотрится. Это дом опять на одну семью. Иногда, когда уже семья разоряется, то в таких домах их продают по отдельным квартирам. Разделяют
и продают, потому что содержать такой дом, как вы понимаете, очень и очень сложно. Но вот если у людей есть хорошее сбережение, то, конечно, в таком доме можно жить. Посмотрите, какой он огромный, да? Вы же представляете? И все это содержать сейчас просто немыслимо. Поэтому вот если эта семья через сколько-то лет уже постареет и уйдет в мир иной, не думаю, что захотят их родные, их дети и внуки содержать этот дом и продолжать здесь жить. Чаще всего вот такие родовые имения, вы знаете, их продают, оставляют. Молодежь переезжает в какие-то более современные места, более комфортабельные для жизни. Ну и я сегодня вам хочу такую подборочку специальную сделать. Так вот, я хочу показать еще одно видео, где уже вот такой вот огромный дом, он разбит на множество квартир. Расспросила у женщины, что за дом вот этот старинный. Но она сказала, что сейчас уже там, по-моему, никто не живет, все закрыто опять. Сейчас попробую где-то обойти вокруг и подойти поближе. Просто шикарный вид. Повыше к этому дому. Ну вот видите, здесь оказывается уже этот дом давно разбит на апартаменты, на отдельные. Люди живут. Давайте обойдем вокруг, посмотрим, что он из себя представляет поближе. Здесь, судя по всему, вход у них центральный. Стоит две каких-то стареньких машины, вы видите, да? И посмотрите, в каком все запустении. Сказал мне сейчас сосед, что там у них вся крыша поломана, черепицу сняли, но никак не доходят руки поотремонтировать эту крышу. Кто-то здесь живет, но он сказал, недостаточно денег, чтобы все это привести в порядок. Посмотрите, как раньше все это смотрелось, как здесь было все здорово, да? Обратите внимание, какой шикарный грот сделан. Все, к сожалению, опять в запустении. Все заброшено. Как это? Почему это? Я уже даже и не знаю. Эти истории, которые я вам часто рассказывала, когда едет вот такой вот горе-велосипедист, и уже автобус телепается за ним, наверное, минут 10. Здесь такая извилистая дорога, автобус обогнать не может. А ему хоть бы что, он не понимает, что сзади него целый автобус его ждет. Ну вот, возможно, сейчас мы его обгоним, не знаю. Жуткое дело. Да, вот, слава богу, более-менее на прямой сейчас обогнали. И еще я сняла один коротенький сюжет. Это моя английская знакомая, очень давняя знакомая, еще по пробоскубу, которая мне вдруг позвонила
мы с ней разговорились, как и что, и зашел разговор о том, что я тут переставляю в своей большой комнате мебель, хочу вот возле камина поставить два диванчика. Она мне говорит: а у меня в консерваторе стоят два диванчика, они очень хорошие, почти новые, и я могу их тебе отдать бесплатно. Ну вот я, конечно, это видео я сняла, так знаете, только для себя из-за диванов, чтобы иметь в виду, как они выглядят, какие у них размеры. Но хочу вам показать, может быть, тоже интересно. It's an inch 32. No. Our door, it goes through a 29-inch door. 29-inch, all right. Mm-hmm. And another one. The same. Yeah. Another one the same. Exactly the same. That's yeah. Perfect. And you give it... It's just that little spring on there that had gone, but so you could, if he's there, you could hook it up. Mm-hmm. How long do you use it? It's, how long? Well, it hadn't been used for years, because it was over in a place that we didn't use a lot. Uh-huh. But since we've been here, yeah, we've been using it. Okay, thank you very much. Но сегодня я вам начну уже теперь все показывать, наверное. Это я из окна снимаю. Вот приехала машина специальная, привозит продукты моей соседки рядом, которая живет, Джун. Ей 72 года, но она что-то последнее время сдала, никуда не ходит, с палочкой только если. И вот заказала себе в период коронавируса, ей привозят на таком автомобиле постоянно, каждую неделю продукты. Вот мы ждем кофе. Посмотрите, с каким чудесным мужчиной я сегодня познакомилась. Вот он. Здесь на природе гуляли целый день. А сейчас хотим немножко посидеть. Ну вот, как вам этот мужчина нравится? Как вы думаете, сколько ему лет? А вообще, вы знаете, о мужчинах своих сейчас уже последнее время даже не хочу рассказывать. Тем более не хочу их показывать. Не всем это нравится. А потом по поводу того, говорят, что если рассказываешь, то можешь сглазить, да? У меня вот в этом плане как-то это все срабатывает. Не успею я только рассказать, что у меня все прекрасно и замечательно. Как тут же все меняется на худшее. Вот. И поэтому я стараюсь как-то уже не особенно афишировать и говорить. Много разных людей. Кто-то положительно относится, а кто-то не очень. А говорят, что глаз завистливый. Он, в общем-то, может все испортить. Ну и показываю вам. Посмотрите, сколько здесь крокусов. Я понимаю так, что это цветы крокусы. И здесь вот одни в одном таком специальном месте, недалеко от дороги, растут каждый год. И просто невозможно пройти мимо, чтобы эту красоту не снять, не запечатлеть. И, конечно же, хочу поделиться с вами. Вот такое сегодня у меня получилось для вас видео. Винегрет небольшой. Отрывочки, нарезки. Пожалуйста, подписывайтесь на мой канал, те, кто еще не подписался. Пожалуйста, комментируйте, что вы думаете, нравится ли вам такой формат видео, когда я показываю из разных мест свои какие-то зарисовки. Всего вам доброго, друзья. На этом я с вами прощаюсь. Еще увидимся. Пока-пока.
Thank you.